Культуру реки Янцзы чествуют на фестивале «Навстречу морю» в городском уезде Джанцзяган провинции Дянсу. Актеры, певцы и танцоры делятся творческим взглядом на легенды и предания из бассейна одной из самых крупных рек Земли. Фестиваль не только объединил города на берегах Янцзы, но и открыл Международную неделю юмора. Артисты из десятка стран порадовали китайских зрителей комедийными номерами. Клоун из России насмешил публику до слез, а польская труппа удивила сочетанием абстрактного юмора и хореографии. Молодые стендаперы из КНР, Казахстана, Мадагаскара и Соединенных Штатов подготовили представление в традиционном для Китая разговорном юмористическом жанре сяншен. В скетче им удалось объединить восточный и западный юмор. Я в Китае уже очень давно, около 10 лет. Вот. И количество шоу, порядка больше 7 тысяч выступлений. Есть особый жанр, это взаимодействие с гостями. То есть не просто выходишь и отрабатываешь свой номер, свою работу, а взаимодействуешь конкретно со зрителем, и зритель получает удовольствие, и в этот же момент ты. Ощущение хорошего атмосферы вокруг. До сяншен я никогда даже не представляла, что я могу стоять на сцене и заниматься стендап-комеди. Вот, я до этого как бы вообще, у меня даже в голове такого не было. Поэтому сяншен мне дал силы, что нужно в себя верить, что ты можешь стоять на сцене и вот этим заниматься. Фестиваль культуры реки Янцзы проходит уже в 21 раз. Помимо обширной сценической программы, гости смогут познакомиться с памятниками и предметами искусства, характерными для речного региона. За последние 20 лет городской уезд Джанцзяган провел более 180 крупных культурных мероприятий, объединив усилия с 13 провинциями на берегах Янцзы. Эти события привлекли свыше 500 миллионов участников.